Евгений Кирейков за рулем уже 11 лет и на личном опыте знает, почему нельзя откладывать все до последнего момента. За месяц до первых заморозков он переобул машину и проверил все системы. Так мужчина не только избежал очередей на СТО, но и уберег себя от лишних беспокойств. Мечта была с самого детства, наверное, смотря на взрослое поколение водить машину. То есть, и как только 18 лет исполнилось, сразу же пошел учиться. Скользота, то есть, это самая первая и самая большая сложность. Конечно, сам должен быть внимательным, но и другие водители тоже. Как бы никто от этого не застрахован. Минусовая температура и первый снег застали врасплох даже самых опытных автомобилистов. Зима – настоящий квест для водителей. Избежать заноса и даже аварии порой практически невозможно. Согласно ПДД, ездить на летней резине можно до 1 декабря. Еще чуть больше недели. Однако ГАИ советуют переобуть авто как можно раньше. Мы всегда рекомендуем следующим образом. То есть автомобиль должен приехать, пройти полную диагностику, устранить все неисправности по рулевому управлению, по элементам подвески, после этого переобуть на зимнюю резину и после этого пройти регулировку сход-развал. Летние покрышки даже при температуре плюс 5 теряют эластичность. Ухудшается управляемость и увеличивается тормозной путь. Некоторые водители выбирают всесезонный вариант, чтобы не беспокоиться о замене. Но тесты показывают, у зимней резины сцепление с заснеженной дорогой выше на 50%. Минимальный остаток протектора должен составлять не менее 4 мм, потому что так как это ваша безопасность и ваше здоровье. И здоровье наших граждан. Важно обратить внимание и на техническое состояние железного коня. В чек-листе каждого автовладельца должна быть проверка исправности тормозной системы, обогрева машины, световых приборов и аккумулятора. Обязательно нужно залить незамерзайку, причем лучше не экономить и брать у проверенного производителя. С 25 ноября по 5 декабря на территории нашей страны пройдет профилактическая акция под названием «Смени шины у своей машины», в рамках которой сотрудники госавтоинспекции проведут рейдовые мероприятия, в которых будут проверять, как водители подготовили свои транспортные средства к эксплуатации в зимних условиях. До марта автомобилистам придется ездить на зимней резине. За этим будут пристально следить правоохранители. За нарушение грозит штраф до 32 рублей, за повторное – до 160. Своевременная готовность к холодам не только сэкономит деньги, сбережет здоровье и даже жизнь. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.